Все, не видели. Короче говоря, полтергейст. При поддержке группы Vine Video. Ночью меня разбудил какой-то шум. Я насторожился, прислушался. Шума не было, продолжил спать. Снова шум. Что-то шуршит, прислушался сильнее. Может, это пацаны жрут мою пиццу? За такое я буду мстить. А что, если это не пацаны, а воры? Черт, а я закрыл дверь на замок? Я накрутил себя до ужаса, но шуршания больше не слышал. Если и были воры, то уже ушли. Вышел на кухню, сразу проверил пиццу. На месте. Сердце успокоилось. Съел на нервах кусочек, пошел проверить дверь. Закрыто, значит, не воры. Ну, или у них был свой ключ. Я все понял. Это полтергейст. Стало еще страшнее. Чем спастись от нечисти? Чеснок. Отлично. Не зря я заказывал чесночный соус к пицце. Теперь я могу легко оправдать то, что я жру в 3 часа ночи. Я читал статьи о привидениях до 8 утра. Проснулись парни. Спросили, чего так воняет чесноком. Я сказал, что это отгоняет злые силы. Миша сказал, что обычных людей это тоже не слабо отгоняет. Потом я рассказал всю историю с полтергейстом. На меня как-то недоверчиво глянули. Сказали, что не верят. Мы сели пить чай. Миша рассказал историю, как его дед убедил бабушку, что у них самогон ворует полтергейст, а на деле они с соседом мутили знатные вписки в сарае. Шурик тоже сказал, что не верит в эту фигню. Но я случайно заметил боковым зрением, как что-то мелькнуло. Сказал пацанам, они сказали, что я уже тронулся, но я четко видел, как что-то мелькнуло. Сказал Шурику проверить тумбочку. Он слепил недовольную рожу, открыл дверцу и немного дернулся. Мы с Мишей еще больше дернулись, но потом все пришли в себя. Из шкафчика просто выскочила мышь. Мы даже поржали со своего страха, особенно с моих историй про привидений. Все оказалось куда проще. Это была мышка. Миша сразу сказал, что ее нужно истреблять. Шурик поддержал. Но я не люблю обижать зверей, предложил ее не трогать. Она же довольно милый зверек. Тем временем Миша сказал, что она погрызла наши бутеры. Ах так? Да эта тварь ступила на тропу войны. Я сменил свои взгляды и сказал, что нужно мочить гадину. За бутеры и двор стреляю в упор. Ну и все такое. Шурик предложил брать ее голыми руками. Миша предложил приманить ее с помощью мышки противоположного пола. Я предложил не выделываться и взять мышеловку. Нарыли мышеловку. Шурик начал установку. Пару ударов по пальцам, и все готово. В томном ожидании прошло 2 суток, но мышь не являлась. Но все-таки в один момент мы услышали хлопок. Радостные выбежали смотреть. Чувствовали себя охотниками. Шурика смутило, что мышка какая-то слишком мохнатая. Не, ну конечно, на наших харчах отрастила шевелюру. Мы уже готовились отмечать, как к нам постучал сосед. Спросил, не видели ли мы его ручного хомячка. Он сбежал пару дней назад. Мы переглянулись, все поняли и сказали, что ничего не видели. Короче говоря, полтергейст. Ребят, всем привет, спасибо за просмотр этого видео, не забывайте ставить лайки и писать комментарии, видели ли вы что-то необычное, полтергейста, привидений, или может воров. Всем спасибо за просмотр и всем пока.